Канал «Таежный обитель» приветствует вас. Так, я вам показывал, делал фарш на котлеты и со щуки и налима. И он там добавлял морковь, лук и всякие. Но это есть видео. Вот красный лук такой добавлял. Вот такой. И вот такие у меня получились котлетки. Я вот их покажу. Попросили, покажите. Вот они такие. Видно, что в них там разные специи. Картошечка у меня. Это. Ну, пробовать я. Сейчас попробую. Я уже пробовал. Я знаю, что вкусно. Это вот. Я даже не думал снимать. Ну, сегодня бабулька пошла к внучатам, а я тут остался, и она мне внучатам и детям унесла туда котлеты. А мне оставила две котлеты. Мы до этого уже ели. И я думаю, покажу, а то просят. Ну, замечательно. С картошечкой, с лучком. Ешь. Чайком запиваешь. Но я вам сегодня хочу еще одно мое блюдо показать. Я его сам делаю. Не знаю, вам оно приглянется или нет. Но блюдо тоже замечательно. Я разделывал щук. И вот я когда там разделывал, может кто видел, я там доставал икру. Вот икра такая большая была. Я эту икру, ее жарим обычно. Вот эту икру ее берем и жарим. Но я не сильно, дети тоже не шибко любят эту жареную икру. Поэтому я ее, икру солю. Если ее засолить, просто оттаять и засолить, как вот обычно перемешать, там полезет вода всякая такая беленькая, и она неприглядная становится и невкусная. Я эту икру солю. Я делаю такой маринад. Остывает он у меня, туда соль, перчик, ложу приправы, вот, малосянь там и... Сейчас полно китайские разные. И я солю прямо ее вот такими кусками. Вот она простояла 2 дня, соленая. Теперь она готовая. Через сутки можно есть. И я убираю вот эту пленку, я убираю. И тогда получается вот просто икра такая. В этом... Такую икру у меня любят дети. Мажешь маслом или без масла. Просто мажешь. Щучья икра. Слюни бегут. Вот мажешь, и получается такая хорошая утром на завтрак кушанье. Вот такая получается штука. Ну, с маслом еще вкуснее. Просто я вам показываю. Можно сверху лучок положить. Чесночок можно сюда добавить. При желании. Я еще ем вот так. Просто беру вот эту. И вот так вот ложу. Разрезаю ножом на кусочки. Распределяю. Подавлюсь. Пока тут командую. И наворачиваю. Вот кто-то звонит. Бабулька звонит, отключил. Сейчас. Ну вот, вот такое блюдо. Очень хорошая, очень. Икра
икра получается, вот она замечательная, она мелкая, потому что это икра зимней щуки. Это ее поймали в декабре. Ее еще в декабре поймали, эту щуку. Она очень вкусная. Вот просто она... Конечно, не такая, как вот икра, которая уже спелая. Это соленая в маринаде. Но вот такой бутерброд замечательный. Своим подписчикам я советую. Попробуйте, попробуйте. Вот зимой, если вы икру там на жареху, но не солите, посолите в маринаде, подержите сутки, уже можно есть двое суток, и ешьте. Можете потом выдавить вот так вот. Можете вот как я. Вот так вот есть. Это, конечно, витамины, микроэлементы. Она не прожаренная, не проваренная, а вот именно она соленая. У нее эти все ингредиенты, как говорят, остаются. Очень вкусно, очень вкусно. Рекомендую. Икра зимней щуки, соленая, в маринаде. По-баимовски. Всем удачи, любви, красоты, здоровья, творчества, творчества, гармонии с самим собой и с окружающим миром. Пока-пока!